Здравствуйте, мои друзья! Вы, наверное, помните, что я недавно была в гостях у дочери. Она родила сына, и я ездила их проведать, ну и помочь на первых порах. Когда я там была, то на сайте Василёк я заказала дочери домашнюю одежду. Посылка не успела прийти во время моего тамошнего пребывания. Я уже уехала и нахожусь уже дома в Екатеринбурге. А зять получил посылку, и дочь сама сделала видео. Примерку этих вещей. Давайте вместе посмотрим. Померила костюм. Начинаю с конца, самый теплый вариант на межсезонье, очень тепло в нем, вот сейчас прямо в нем жарко, а когда выключат отопление, будет самое то, сидит просто отлично. Длина брюк вам не видно, наверное, но очень все вот на меня все как раз. Кармашки, капюшон. Но я не буду его сейчас одевать. Вот. Нет, правда, мне сейчас вот очень жарко. Потому что он очень теплый. Вот. Этим костюмом я довольна. Спасибо. Померим следующий. Широкая. Все-таки это не 46 размер. Ну, либо такой вот фасон, взлетайка. Я не люблю такие вот, слишком широкие, не люблю. Конечно, можно оставить, но посмотри условия возврата. Все-таки я лейбочки отрывать не буду. И здесь вот зауженные штанишки, я тоже не люблю зауженные штанишки. Все-таки, не знаю, мне не нравится. Это не мой вариант. Вот. Ну, посмотрим. Напишите, нравится или нет. Мне вот как-то не очень. Вот, ну это летний вариант, очень симпатично, очень так свежо, несмотря на то, что серый низ, вот розовый такой мятный, такой приятный цвет, освежает весь образ и даже делает меня немножко стройнее, чем я есть. Но я к лету еще похудею. Ну, даже сейчас, когда дома жарко, можно в нем ходить. Мне нравится. Вот это вот 46 размер. А предыдущий не 46. А это 46, это мой. У меня даже цветочек под цвет. Костюмчик-топтышка.
Есть такие карманы, торчащие. В принципе, сидит хорошо, но я не люблю как бы зауживать к низу. Ну, это ладно. Вот так. Тоже отличный вариант для дома. А как тебе нравится? Напиши. Следующий костюм, как я сказала, будет моим самым любимым. Потому что здесь мышки. Тоже есть кармашки. И вот такой вот бантик. Размер мой. Здесь все четко. Сидит хорошо. Мне нравится. Все. Это вот я прям буду носить. Я вот вообще. Мама, спасибо. Класс. Итак, показываю последний костюм. Такой достаточно свободный джемпер, свободный верх и достаточно тесный низ. То есть брючки здесь совсем в обтяг. Вот. Есть карманы, но они какие-то вот не карманы. Ничего не входит, ничего в них точно не поместится. Вот. От этого костюма мне нравится верх. Вот, ну, в общем, спасибо. В целом я довольна. Не ожидала получить такой подарок. Вот, очень приятно. Очень хорошее качество. Можно рекомендовать. Спасибо большое. Пока-пока. И еще покажу вам, в отдельной посылочке мне пришло два одеяла. Это одеяло овечка и вот одеяло верблюжка. Они легкие и теплые на лето. Вот. Можно открыть и посмотреть. Вот. Они очень тоненькие. Здесь изображение овечек идет. Вот, стеганое. Слегка, ну оно не белое, оно слегка такого бежево-серого цвета. Полуторное. Потому что мы с мужем спим каждый под своим одеялом. Вот, полуторное. И что хорошо, они легкие. То есть под ними не будет жарко. И второе верблюжка. Здесь тоже идет изображение верблюда. Также стеганое, также полуторки. Очень легкие. И очень теплые, и под ними не потеешь. На лето, вот на весну, самое то. Вот такой вот еще подарок. Спасибо. Ну что, дорогие мои, посмотрели.
Напишите, какой наряд вам больше всего понравился. Цифры я проставила. Можете сразу писать один нравится, два не нравится, ну или как вам там. Пожалуйста, напишите.